Это небольшое видео будет о древних пещерах и древнем захоронении в Китае. Пещеры очень напоминают Домус Янус на Сардинии. В точности такие же пещеры есть не только там, и по всему миру, и в Японии, и на Сицилии, и даже в Украине, на Западной Украине, и не только там. На Западной Украине называются некоторые из них якобы пещеры Домуша, и не только там. И будут показаны различные древние китайские фигурки. Ну, часть я уже делал несколько видео по Хэншан фигуркам позднего каменного века. И это будет как бы дополнение их. Немного фигурок Хэншан позднего каменного века, а также бронзовое оружие конца бронзового и начала железного века. Именно из Китая. Очень древняя и уникальная цивилизация, которой люди там жили еще во времена каменного века. Даже там находят в Китае поселение, ну не поселение, стоянки древних приматов, гоминидов, еще даже до появления кроманьонцев. То есть там жили какие-то еще древние обезьяны, которые в принципе не люди, а иной вид. Есть также там где-то в тех местах жили гигантопитеки, это древние приматы, которые высотой 3 метра, гигантские обезьяны, которых, ну, там тоже можно назвать гоминидами, гигантскими обезьянами, человекоподобными, хотя от них ветка человека не пошла. Продолжаю делать ремонт в своей квартире. В следующем видео постараюсь показать, что мы уже сделали, или в следующем, или в позаследующем, я точно не могу сказать. Покажу, какое мы окно поменяли в ванной, покажу, какой мы пол поменяли на кухне, линолеум положили. Покажу, какую я сделал, ну, там, комодики, тумбу. Посмотрите, чем я занимаюсь, куда уходят труды мои. Ну и буду продолжать дальше делать свои видео. Именно это видео, еще раз повторю, будет строго о древнем Китае, о бронзовых инструментах и орудиях древнего Китая, оружии древнего Китая, о фигурках Хэншан культуры, которая поздний каменный век и начало медного века.
Также будут показаны древняя китайская гробница со следами гигантских блоков. И также будет показана, ну, можно было бы назвать это томс, гробницы, древние китайские гробницы, которые очень напоминают домус Янус в Сардинии, на Сицилии, в Италии и в других местах, не только там. Такие интересные, уникальные пещеры. Все остальное вы увидите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр. We'll be right back.